Я не знаю, хорошо ли слышно, потому что то, что я пытаюсь услышать с этого места, безнадежно. Шапусти Карамези. Первое. Плохо. Видно ли то, что в этом экране мне будет крайне необходимо? Теперь плохо. Я буду суммировать этот голос, и если работает, здесь присутствует, что я сомневаюсь, данная проблема заинтересует реально, то эти две таблицы могут быть всего две таблицы. Я вам поставлю. Они могут быть полезны для дальнейшего понимания ситуации и деталей, которые могут не видны сейчас. Можно будет оставлять еще другое внимание. Что просите за и самое главное, в отличие от моих уважаемых коллег, которые говорили о вещах фундаментальных, а обобщенных, я обращусь одним конкретным примером того, что творится с лженаукой и какой вред она наносит. Но достаточно явный пример. И это происходит сейчас в наших глазах. Итак, речь идет о дневном сердце. Я думаю, что представителям старшего поколения слово «весенка» что-то не нужно, а представителям молодого поколения пущей читают справочники, хотя бы Википедию, там уже кое-что можно сказать. Последние примерно 10 лет, даже немножко больше, я хочу перейти в последние десятилетия, открывать появление целого ряда публикаций, не только публицистическую, но и публицистическую работу, но и полную монографию было 500 страниц. Текста, посвященных реабилитации Лысенко и Лысенковича. Это явление, которое будет характерно для нашего материального социализма, особенно предвоенного и сразу послевоенного периода, и в общем, закончился этот период где-то в 60-х, где-то, может быть, точно с октябрьским днем 64-го года, который был еще занимаемый начальством. И, как говорил наш классик, никогда так не было, и вот опять. И вот опять мы начинаем приготовить, что все-таки это большой ученый, и он вообще нас всех придет в каждое направление, а всех, кто будет в задании, чтобы видеть дети, на элиты. Тогда был империализм, а теперь продажа до Запада, включая Японию, как уж говорю. И для начала определение того, что такое генетика, ибо определение того, что такое генетика, что это за наука, определение было дано в 2005 году. 1905-1906 году, практически, да, отпечатано британским исследователем Уильямом Бенсоном, и в общем, это определение сохраняет свою ценность до наших дней, и не буду утомлять присутствующих, действующей научной работе, показать эволюцию парадигмы генетики, начиная от Менделя и до современного ее состояния, что будет вас общественно. И в данном случае я могу заняться некоторой своей главой, которая указывается в нынешней ретроспективе генетики, где как раз показана эволюция идей, это история генетики, но без залезания в постели великих людей и а именно эволюция понятийного аппарата науки, без чего нельзя понять современное ее содержание. Это касается любой науки. Ну и еще одно замечание. Я, видимо, нетипичный представитель нашей комиссии, на самом деле, я считаю, что главное, что я говорю, базар, очень долго
правда, потому что знание прибавляет на науке и поднять ее престижи. Итак, что же говорит из левого сердечной и вот те публикации, которые я хотел бы увидеть. Насколько это видно, не насколько, да? Хорошая была бы сербская советская наука,
или полторы иллюстрации, это критика публикации, которую будет представлена в предыдущей таблице. Здесь преимущественно представлены специалисты биологи, в частности, Захар Филиппов, Захар Академов, все представлены, наиболее обстоятельно в своей брошюре две публикации Колчинского университета, который и доктор философских наук, и историк науки, до недавнего времени директор Института истории науки и техники, очень федеральные защитники науки, тогда даже лишние федеральные, и я заранее хочу поблагодарить его за то, что он на меня бросил. Первый, научный, он отсутствует. Потому что все вот эти вот авторы, которые пишут о генетике, полностью классика генетики, в первую очередь, Ивановича Вавилова, нашего отечественного классика. Все эти ребята генетику не проходили. Я бы сказал для нашего аудитории, что для того, чтобы критиковать на таблицу умножения, нужно таблицу умножения выучить, после чего я представляю приходится. Вот эти ребята не знают генетики, они не понимают, что такое метод генетического анализа. Они ни разу не проходили практику. Ну, журналисты будут судить, а биологов судить приходится. Так что научная составляющая отсутствует. Национальная цитата. Я в данном случае Евгений не читал, но я сам абсолютно не знаю, не читал, но я считаю, что национальная, поскольку это первое поправление. А вот вторая половина, она гораздо серьезнее и гораздо опаснее, потому что занимаясь демагогией и взглянулся схоластикой, ну вот, например, у Шаталкина можно все время встретить такие выражения. Трудно себе представить. Я не могу поверить, что. Это что, стиль научной дискуссии, это способ поведения материала? Нет, это не задание, которое неизвестно, на чем основывается. Я запомнил и ты. Но затем вся эта демагогия используют этимологию, используют то, чтобы объяснить, что бедного беседы в Украине, он был
жертвы они пробовали в свое время, а не видите, как судьи видите. У меня возникает вопрос. Давайте посмотрим. Есть фруктовник такой же хороший. Наука. Представители той или иной популяции в своем сознании приближаются к образу того животного, мясом которого они воспринимают.
Часто вижу, потому что много работы, он мне сказал по телефону, привез, и такая ситуация сложилась. Вот. Но я смотрю, вот Валерий Полотнов, да, очень хорошую экспозицию, и все как бы на месте, и все так насыщенно, и так информационно его работа содержательно воздействует на нас, что просто какое-то ощущение тепла, приятий. Вот у меня свое впечатление, ощущение какого-то праздника, несмотря на то, что у него живопись такая сложная, многодельная, и я не понятно, каким краскам он делает, но это не похоже ни на что, ни на какую живопись, которую он говорит итальянским. Надо попробовать, что-то получится интересное. Вот, поэтому я его поздравляю с этим праздником и хочу еще отметить, что он не просто живописец, а изначально он ученый, биолог, и вот сейчас, вот, в прошлом году он сделал 3 замечательные книжки, поразительно, одна из них, вот, Горовка, да, или она по-другому называется, там где-то о себе пишет, сразу. Ожидание чудо в стране пролетарского социализма. Вот само название уже интересно. Я просто скажу о чем. Там просто он провел анализ своей жизни и то, что происходило в этот момент в стране при советской власти. Это настолько неожиданно, уже мы не забыли все эти события, которые происходили. Там и Гагарин полетел, там и Брежневский, еще что-то. И вот этот аналитический склад ума очень интересен, и в живописи его тоже как-то подходит с этой точки зрения, и каждый холст очень организован, насыщен и информативен. Потом он уже часто с природой общается. Охотник очень такой, знаете, серьезный, остроумный человек, и просто хочется ему пожелать новых творческих свершений в разных ипостасях, новую книжку, новые работы, и чтобы было много лет в добром здравии. На следующий год. И вот то, что Сергей Николаевич в своей книге писал, это, в принципе, писал у нас о всех. Потому что где-то мы все прошли через по этой жизни, это по такой же дороге прошли. Александр Евгеньевич Степанов. А я буду говорить громко, потому что я глухой. Я не слышал никого. Да, этому глухому не надо. Вот на 20 лет старше. Вот человек, чудак из как это называется, ваша книга забыла. Чудак в стране пролетарского социализма, капитализма, да. Замечательная книга. Я, собственно, и пришел поблагодарить вас за эту книгу. А я в прошлом году от вас получил ее в подарок. Прочитал ее, и она у меня стала настольной, эта книга. Я часто заглядываю, знаю, чем вы живете, теперь, о чем думаете. И вполне солидарен со всем, что вы написали. Очень мне нравится. Ну, я прожил, как я говорю, необыкновенно. Живописец хороший. И много новых работ по сравнению с той выставкой, которая была 10 лет назад. Ну, если я доживу до 90, то мне вот Союз художников делает мою выставку на Тверской,
Если я доживу, то всех, конечно. А я думал, что мои 90. Да, за ваших 90, само собой. От этого я уже не доживу, а вы доживете делать. Не, ну, по 120 никто не живет. Спасибо вам за книжку. Да, вот, да, очень настольная книга. Это летопись, а не книга. Настолько увлекательно читается, что не оторвешься. Молодец. Спасибо. Сергей Николаевич, скажите нам несколько слов. Значит, насчет красок. Вот мы на красках остановились, да? Значит, приходит один мой знакомый морской офицер, смотрит, какие у нас яркие работы. Я говорю, да вот это итальянские краски. Для чего же для юмора, может, понимаете? Значит, и что же хочу сказать? Надо верить в чудо, товарищи. Оно будет. Всегда будет. У человека, который в это верит. Это вот последняя глава моей книжки тоже там. Поверь в ошибку, будет много чуда, все кто угодно. Привести примеры, пожалуйста. Значит, решил я, ну, собирается работа. Надо их отдавать. Почему-то напротив дома открывается багет. И вся Москва туда теперь есть. Прихватилось сердцем. Рядом в доме открывается медицинский центр. Самое главное, когда они меня вылечили, центр закрылся. Сколько там? 2 недели тому назад. Смотрю, ну у меня там рыбки, они уже по несколько лет, десятки лет уже там плавают у меня. Потом стало плохо. Я сижу, ужинаю, думаю, ну Господь с ним. Помрет, Господь, что это надо? Рыбку еще будут спасать. И как я ее буду спасать? Прошло 10 минут, я думаю, а что это ее не спасти, рыбку золотую? Я ставил этот кварцевый сосуд, накачал его кислородом, опустил туда рыбку. Рыбка выжила, ожила, сейчас плавает. Через 2 дня мне звонят из Союза. А не хотите ли вы куда-то выстрелить? Я, конечно, благодарен нашим союзам, потому что, ну, это один из тех союзов, который очень близок к моей душе. Это первое. И второе. Скрылось. И второе, конечно, благодарен своей жене. Мы с ней живем уже 50 лет. Скоро. Не надо, не надо. Ну, еще погода. Пожалуйста. Пока, слава Богу, если бы не было союза, если бы не было жены, мы бы эту выставку могли бы не увидеть. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Алексей Александрович, не выступите? О, Алексей Александрович, конечно. Алексей Александрович. Ничего, мы шапочку отнесем. Очень красиво. Шапочку отнесем. Ну, я бы много сказал о нем. Мой старый знакомец, ученик, друг, художник. И вообще еще со времен заочного народного университета искусства. Он пришел туда. В 70-е годы. Он пришел туда. И решил учиться. И когда он выставил все свои работы, которые он делал самостоятельно, я сказал, а зачем вы сюда пришли, зачем учиться вот здесь? Да. Вот на этом и закончилось. И после этого мы стали друзьями. Нет, открыл мою первую персональную выставку тогда. Да, первая была, действительно. Это для взнуй, но он был. 40 лет тому назад. Что художник, который... Я бы сказал так, сформулировал, хотя очень трудно, который не идет в ногу с общепринятым представлением об искусстве, живописи. У нас же как получается все время? Все пишем, все члены союза или члены, все как-то стиль, в смысле стиля одинаково, скучновато. Поэтому часто открываются выставки, и никто не ходит, потому что открытий нет. Ну, я думаю, что здесь сейчас какое-то открытие, неожиданность возникает с этими картинами, с личностью его.
очень интересно. Где-то созрел подспудно и вдруг взорвался. А раньше я вспоминаю добрые старые времена. Тогда было так, что все должны идти были в ногу. В ногу писать так, чтобы большие санклиты, которые разбирались лучше, чем мы, художники, в нашем искусстве. Вот. И они считали, это правильно, это, там, как называется, социализм, реализм и так далее. А это неправильно, это можно отбросить. Вот такая жизнь была. А сейчас что? Свобода. Радоваться надо. Пиши, как хочешь. Замечательное время наступило. Вот все ругают время. Да, не покупается, не продается. Трудно сделать там выставку, надо за деньги какие-то. Я, может, разболтался. Но просто интересно, что как эпоха сменилась. И сейчас каждый художник должен сам быть по себе. А по сути дела всегда так и было. Художник одинок. Он несет в этот мир свое представление о прекрасном, о живописи частности и так далее. Вот такое время наступило. Поэтому можно поздравить, что появился художник неожиданный, может быть спорный для кого-то, но зато неравнодушный. И это самое главное в искусстве. Поэтому я его поздравляю и желаю в дальнейшем расти и расти до высот. А сегодня мы представляем художественный проект под названием Still Life, что мы его ведем, династия Ванина Саранина. И первое слово предоставляется искусствоведу, куратору этого проекта, Григорию Владимировичу Примазинскому. Спасибо, Екатерина. Добрый вечер. Скажу банальность. Россия – страна слов. Свои основные слова я уже сказал в статье. Что-то здесь есть в беседе с Леонидом Алексеевичем Лагдиным. Я думаю, что когда мы встречаемся, я, по крайней мере, встречаюсь с настоящим высоким искусством, хочется меньше говорить обычно и о возможности больше получить того эстетического художественного удовольствия, которые заложены в произведении. На мой взгляд, в этих залах сегодня представлены художники. Может быть, кто-то впервые сегодня с ними встретился с их произведениями. Для меня эта встреча не первая. Долгие годы меня соединяет дружба с Леонидом Лагдиным. И всего этого я был на многих экспозициях этих авторов. ЦДХ, ЦДИ, Доме национальности. Но каждый раз я испытывал искреннее человеческое волнение. Я думаю, что это понятно и естественно, потому что искусство – это живое. Если это настоящее искусство, это живое. И общение с этим живым дает невыразимое, конечно, в словах. Я сейчас хочу сказать по-другому. На радиостанции «Орфей» есть такая очень хорошая передача. Ее ведет известный
журналист Владимир Молчан. Это бывает в субботу вечером или в воскресенье утром. А вот последней встречи у Молчанова была Ирина Александровна Антонова. Ну, говорить об Антоновой – это вообще феномен, наверное, не надо. Все это с вами знаем. И, конечно, разговор шел о главном, об искусстве. И Ирина Александровна сказала следующую вещь, которая меня немножко озадачила, а потом немножко потом сказала, для чего же она мудрый человек. Что сегодня подлинного искусства очень мало, это маленький сегмент. А в основном мы имеем продукцию. Продукцию. Это действительно так. Ну, корни здесь достаточно исторические и глубокие. Об этом в свое время писал Артемий Красок «Восстание масс». Затем, ну, многие, и в частности, гениальная творческая книга такого философа Вальтера Бенямина, которого только сейчас, вот, в 21 веке России начинает для себя открывать. Вот, это человек, мыслитель необычной судьбы и необычного совершенно миропонимания и взгляда на мир. Вот его книги, которые написал в начале 30-х годов, произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. По-моему, это говорящее название. Это я все, так сказать, вариант того высказывания, что высказала, извините за технологию, Ирина Александровна Антонова. Действительно, продукция. К чему я это сегодня говорю? Потому что сегодня необычная, конечно, выставка. Это замечательная галерея. Замечательная галерея, которая, ну, знаете, вот проводит выставки очень высокого музейного уровня. На это нужно решиться, ибо наше общество сегодня, вы знаете, находится, наверное, не в лучшем, хотя много говорят о духовных скрепах, мы это знаем, не в лучшем, так сказать, таком духовном качестве. Здесь тоже есть много факторов причин, об этом мы сейчас говорить не будем. Но вот галерея Вересов, у нее своя художественная позиция. Это достойно уважения, что называется, снимаю шляпу. Вот перед этой выставкой была выставка графика Феншина. А еще чуть-чуть раньше не менее замечательная выставка «Марокканская пастель» Виктора Брагинского. Знаете, галерея не работает, не популистский такой у нее принцип. Она показывает действительно настоящее искусство и изысканных художников. То, что касается сегодняшней экспозиции, я хочу сказать вот что в заключение, что вы знаете, вот Моисей Александрович Флейгер, я считаю, что это один из величайших великих художников 20-го столетия, судьба мне подарила дружбу с ним. Он как-то в одной из бесед сказал: Григорий Зорич, вот от Джотто до Пикассо одна линия. Я подумал, да, наверное, это действительно так. Ибо жизнь, так же как искусство, она живет на традиции, на заложенных фундаментальных основах искусства. Вот чем хороша эта выставка, здесь традиционные фундаментальные ценности, которые вдохнули творцы Алексей Леонидович Гландин, Елена Львовна Солганик и Леонид Алексеевич Гландин вдохнули свое непоповторимое вот дыхание индивидуальное.
И вот этим живо искусство. И вот опять-таки я хочу прочесть маленькое высказывание Вальтера Бенджамина. Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции. В то же время сама эта традиция – явление вполне живое и чрезвычайно подвижное. Вот точно это высказывание ложится на то, что мы видим на этих стенах. Вот удивительно, когда сходятся вот эти оценки. И хочу еще раз сказать, что мы редко осознаем, у нас короткая память, осознаем то, с чем мы встречаемся, вот с подлинным. Вот это подлинное нужно продлевать внутри себя. Вот это есть настоящая человеческая жизнь. То эстетическое и художественное наслаждение, которое мы получаем, отходя от этого к фуршетному столу, это другая сторона бытия. Но вот об этой стороне нужно по возможности вот продлить внутри себя эту истинную жизнь. Спасибо Леониду Алексеевичу Ландину, спасибо замечательной галерее Бересов за эту встречу с настоящим высоким, поистине действительно духовным искусством. Спасибо. Спасибо вам за такую речь. Спасибо. Следующее слово предоставляется Ольге Победовой, члену корреспондента Академии художеств. Поприветствую. Какое-то очень агрессивное направление. А жизнь наша настолько многообразна и сложна, и сама, в общем-то, современная действительность окружает нас, в общем-то, проявлениями очень жесткими и агрессивными. И поэтому душе хочется на чем-то отдыхать. И вот эта выставка, конечно, дает полностью такую возможность. Потрясающие работы у всех поколений этой семьи. Если вот разобраться несколько в истории искусствоведения, в свое время была философия Бумгартена. Это, конечно, героическое, возвышенное, прекрасное. Но жизнь общества шла, появились войны такие ужасные. В общем-то, уже во время Испанской войны стало понятно, что категориями прекрасного и героического трудно обойтись. Поэтому появилась философия Бумгартена, который главным, в общем-то, ставил открытие чего-то нового в искусстве. И поэтому у него истина Аритея превалировала как вот доказательство истинной художественности произведения. Но вот эта вот истина, явленная нам, которая позволила и Дюшану выставлять свои там опусы, и другим, она все-таки слишком увела искусство далеко, по-моему, от истинной художественности. И слава Богу, что не все, в общем-то, повелись на это устремление. Сейчас появилась новая философия, которая в основании, в общем-то, истина – это произведение, или это все-таки явление чего-то другого, ставит, чтобы произведение искусства должно быть, присутствовать такую категорию
добра и благодати. Потому что если только злое, только эпатажное произведение, это явление чего-то другого, а не истинного искусства. Так вот эти вот произведения, которые висят на этих стенах замечательных, они вполне отвечают вот этому. То есть это прекрасные работы, которые вот, в общем-то, дают нам надежду на что-то прекрасное в жизни. Поэтому благодарю все семейство, которое сохранило работы ваших родителей, а Леонид продолжает лучшие как бы устремления их, но решает их по-своему, вполне современно. Вас не спутаешь. И я надеюсь, что порадуешь нас еще многим и многим. Следующее слово предоставляется члену Союза художников Андрею Мачевскому. Да, тут были очень хорошие слова сказаны. И цитировали очень здорово их место. Ну, я тоже вспомнил слова великой нашей балерины Анны Павловой, которая сказала: Бог человеку дает талант, а труд превращает его в гениальность. Ну, это обратный перевод с английского, я не так сказать, смысл помню. Вот. И вот огромное трудолюбие всех поколений. И благоговейное отношение к живописи. Ну вот, многие думают, что живописец – это тот, кто много цвета картину воткнул. Ну вот, оказывается, что не совсем бывает и так. Нужно взять хорошо белое к белому, вот, как твой папа это делал замечательно, к серебристому, к русскому пейзажу, к русской душе. Это, может быть, какие-то проходные слова, там, русская душа, но если так серьезно разобраться, такой человек, который близок был к авангарду, как Александр Шевченко, наш замечательный художник, который входил в «Лунный балет», он какие-то мысли свои записывал. И после 40-го года, когда он живописью не занимался, и казалось ему, что все это уже кончено, он стал дописывать свои мысли и написал, что искусство и живопись можно как бы разделить. То есть живопись может быть формально, но искусство никогда. Но что он в это вкладывал? Ну вот именно то, что здесь есть. То есть искусство – это, и, как сейчас говорят, высокое душевное состояние, хорошее искусство. Гуманизм. И вот гуманизм недоморощенный, не квасной патриотический, а настоящий, истинный, традиционный, о котором вы только что говорили. Я думаю, что это очень важный момент. И вот не только трудолюбие, а и внимательное отношение к самому себе, происходящему. Видите, вот поколение, которое здесь представлено, оно жило в отнюдь не самые лучшие времена. Это многим сейчас так кажется, это были хорошие времена. Да нет, не очень. Ну, предположим, если вспомнить выставки, которые проходили в том же манеже, то это был «Россия-2» какая-нибудь. Начало сурового стиля, была агитационность, жесткость какая-то была. Мы сейчас говорим о жесткости.
Тогда ее было не меньше. И непримиримое отношение было тоже очень сильно. Того же Фалька Александр Герасимов в каком-то 50-м году, не помню, 52-м, 53-м, он сказал, Фальк слов не понимает, мы будем бить его рублем. Не будем закупать у него вообще вещи. Было? Да? Вот. И Фальк, он ушел в себя. Вот этот уход в себя демонстрирует здесь Алексей Леонидович. А вот и одновременно все равно позитивное. Вот при уходе в себя вот это позитивное, оптимистическое отношение к будущему, надежда на будущее. Нас всегда сплачивало вот это отношение к лучшему будущему. Неважно, каких был мировоззрений в 20 веке русский человек, но он надеялся на будущее, которое ему казалось будет продолжением прошлого. Это очень важно, вот эта связь времен, замечательная живопись. И вот, что касается вот Антонова, которую вы уже вспомнили, то вот, да, действительно, были выставки очень классические. Сейчас там Марина ваша руководит, и в интервью я слушал. Она спросила корреспондент такую, ну, знаете, она, может быть, банальная, эта мысль, она еще от фильма знаменитого «Мужчина и женщина» происходит, когда там играют эти французы в эти, вопросы, кого бы вы вынесли во время пожара, кошку или Рембрандта. А корреспондент на свой манер спрашивает, кого бы вы вынесли, Рембрандта или Малевича? Ну, все, наверное, присутствующие знают ответ. И так или догадываются, если не знают. Малевич, черный квадрат, она бы вынесла. Понятно. Я хочу сказать, что я надеюсь, что мы здесь отсюда вынесем не черную дыру и не прорыв в это пространство, которое, например, делали в 29-м году, ну, бывшая Академия художеств, потом она там был институт именно называлась. Потом, надо сказать, что этого директора Мальцева фамилия была, его посадили. У него были революционные студенты, они разрезали Рериха, повесили его на полуна, и в эту дырку холста Рериха они должны были пролезать в будущее. Он, то ли дырка устала-то оказалась, но все не так просто. Вот. А пол был в Академии замощен разбитыми скульптурами, мраморами итальянскими, гипсами и так далее. Вот. Я думаю, что очень важно, что ты все эти работы держишь, никуда их еще пока не продал, и мы можем еще посмотреть у тебя и сегодня, и завтра, я надеюсь. Я тебя поздравляю, что не извините за мою речь, которая может быть не совсем удачной. А сейчас слово предоставляется члену Союза художников, члену ЮНЕСКО и представителю династии Ванина Солгани Леониду Алексеевичу Владимировичу. Дорогие друзья, дорогие господа, и хочу прежде всего, конечно, поблагодарить всех, кто помогал в организации этой выставки. Это, конечно, Николай Константинович, вот скромно там стоит. Соответственно, естественно, Василий Сергеевич, Сергей Кузнецов, к сожалению, вот сегодняшний день, может, он подойдет. Вот, куратор нашего проекта Григорий Иванович Климовицкий, Сергей Силов, который фотографировал работу для каталога. Каталог будет чуть позднее, просто у нас сейчас ровно несколько экземпляров, но каталог обязательно будет. Хочу всех поблагодарить. Координаторов, Екатерину, то есть очень много людей было
задействовано в этом проекте, поэтому огромная благодарность. Да, конечно, хочу сказать несколько слов о самом проекте. Здесь представлены работы династии. Несколько в необычном таком формате натюрморт. Здесь представлен в основном натюрморт, начиная с 1949 года работы Солдатника. Здесь представлены также работы Алексея Гладина. Тема тут интерьер, несколько интерьеров. Ну, просто они показывают вот быт художника, где он работал, его окружение. Представлены также интерпретации на тему натюрморта. Это мои работы в последнем зале. Вот. И, в принципе, основная идея была показать натюрморт, ну, может быть, несколько непривычным в таком формате, и показать разнообразие и многогранность этого натюрморта. Но самая важная, основная мысль этого проекта – это показать ощущения художника. То есть те ощущения, которые художник испытывает от соприкосновения с натурой, то есть в данном случае с натюрмортом, с предметом. И вот если эти ощущения он может воплотить на холсте, то холст оживает и, в общем-то, становится произведением искусства. Ну, собственно, вот об этом наша выставка. Спасибо вам за внимание. С нами. Первый шаг, первый класс, первый вальс. Все, чего не расскажешь словами, фотографии скажут про нас. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Наверх не дано. Позади у нас, как в поговорке, было много мостов сожжено.